Жемчужина марийской природы не исчезнет. Уровень воды на озере Морской Глаз стабилизировался. Об этом сообщили ученые. Экспедиция, организованная Поволжским техническим университетом, на днях побывала в Волжском районе. Мы ведем наблюдение за озером Морской Глаз с апреля месяца. И в летом у нас было проведено две экспедиции. В настоящее время уровень воды в озере Морской Глаз стабилизировался. Общее падение уровня составило 14 метров. Это подтверждает одну из наших гипотез о том, что уровень воды опустился до одного из подземных водных горизонтов, и в последующем возможен подъем уровня воды. Две экспедиции, состоявшиеся летом, установили: озеро Морской Глаз мелеет. Более того, за всю историю наблюдений постоянных колебаний уровня этого водоема, образовавшегося в воронке карстового провала, такого низкого падения уровня воды не было. Существовали разные научные версии по поводу происходящего. Одна гипотеза была о том, что вода совсем уйдет из Морского Глаза, но она пока не подтверждается. Мы думаем о том, что весеннее половодье 2015 года позволит наполнить озеро. Октябрьская экспедиция, установившая, что еще в августе уровень Морского Глаза перестал снижаться, зафиксировала также важные социально-экологические изменения, произошедшие на самом берегу озера. В настоящее время местные жители убрали постройки, которые были на берегу озера, это бани, беседки, и организовали рекреационную зону наверху. А озеро осталось свободное от построек. Таким образом, мы считаем, жители поступили верно, разделив потоки отдыхающих. Все произошедшее, по мнению ученых и экологов, может и должно способствовать установлению нового статуса одного из самых уникальных озер Мариэл. Колебания воды наблюдаются только в озере Морской Глаз. На соседних озерах таких явлений не замечено. Поэтому это говорит об уникальности озера Морской Глаз и то, что мы говорили о том, что его необходимо сделать геолого-гидрологическим памятником природы Республики Мариэл, это очередное тому подтверждение. Кроме специализированного научного значения, озеро, лишившееся частной коммерческой бани на своем берегу, вправе претендовать и на более значимый экологический статус. Я думаю, что его статус – это местный памятник природы, то есть районного масштаба. А учитывая то, те явления, которые мы сейчас наблюдаем, то есть уникальные, то есть колебания уровня воды, учитывая, значит, эстетику, учитывая то, что это геологическое образование уникальное, есть необходимость, конечно, придать ему статус памятника природы республиканского значения. Это усилит внимание со стороны общественности, со стороны государства, это дополнительные источники финансирования. Правда, определенные сложности могут возникнуть лишь со стартом предложенной инициативы. Оформление ходатайств даже от групп общественности связано со значительными финансовыми расходами. В этой связи можно было бы предложить жителям республики, в свое время поддержавшим Морской Глаз при интернет-голосовании в рамках определения одного из семи современных чудес России, объединиться и собрать необходимую сумму. Потребоваться может несколько десятков тысяч рублей.